Привет, YouTube, привет. Вот приятная посылочка ко мне пришла, долгожданная. Не буду никого томить. Вот, посылочка с Украины от Жени. Естественно, как уже догадался народ, кто в теме, это пришли мои новые лампочки. Я заказал все с дополнительным экранчиком. Вот с таким. Ну, это царапины не на нужной поверхности. Вот такое тут все идеально. Это царапки на этом. Вот. Желтенький экранчик. И сама лампочка Женина. Ну, их тут две. Я так решил, что лучше пусть будет их пара. Все, в общем, такой недолгий, так сказать, недолгая распаковка. За эти лампы все уже знают. Я потом обзорчик забомбеню. Что к чему, Женечка, спасибо, все дошло, все приехало. Как говорится, все хорошо, все прекрасно. Сейчас у меня тут много всяких разных занятий. И я, к сожалению, тут бордель развел в гараже. Спокойно собраться с мыслями и как бы все это дело сделать не представляется возможным. Поэтому это просто вот анонс, чтобы пришли посылочки. Я их ждал, конечно же. Все, всем спасибо, Жене, особенное спасибо, Женек, тебе за твои лампочки.